Hello, friends. This is Dean Turner. Приветствую вас, друзья. С вами Дин Тернер. Marina is helping me with translation today. Марина помогает сегодня с переводом. And we're going to be looking at renewing the mind. Мы сегодня будем изучать с вами тему обновления ума. And this is recording number 29. И это запись 29. Okay. We'll start in Romans chapter 12, verses 1 and 2. Мы начнем изучать с вами Римлянам 12 главу с 1 стиха. Just one verse, yeah? Or first one? One and two. Go ahead and read one and two together. Римлянам 12 глава, 1 и 2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших жертв живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Okay, so we're going to be, like I said, we're going to be talking about renewing the mind. And it takes work. Как я уже говорил, сегодня будем изучать тему обновления ума. И это требует определенной работы. It would be so easy if we could just take and turn a switch and everything be changed. Было бы, наверное, намного проще, если бы могли просто раз и сделать такое переключение. But it doesn't work that way. Но так не работает. All right. Now, notice there in verse 1, it says, don't present yourself, but it says, present your body. Обратите, пожалуйста, внимание. Тут не написано... Представьте себя. Тут написано, представьте тела ваши. See, and it means that I make a choice to present my body. То есть здесь указывается на то, что это мой выбор, представить тело. Right. Now, and we present ourselves to be used by God and to be holy and to be acceptable by God. То есть представить себя в жертву живую, святую и благоугодную Богу. You know, it's something that I own. Это то, чем я обладаю. But in reality, it doesn't belong to me anyway. Но в реальности, то есть в действительности, на самом деле это не принадлежит мне. You know, 1 Corinthians 6, 19 through 20. И 1 Коринфянам 6 глава, стихи 19 и 20. Okay. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам 6 глава, стихи 19-20. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые — суть Божья». See, our body is a temple of the Holy Spirit, yes. Да, наше тело является храмом Духа Святого. And it says, you are not your own, the last part of verse 19. И последняя часть 19 стиха тут написано, и вы не свои. You know, I belong to Jesus. Я принадлежу Иисусу. But I still have to control what happens in my body. Но мне все еще надо контролировать, что происходит в моем теле. See, so my body I give willingly. То есть мое тело я отдаю добровольно. Okay. Let's go back to Romans 12. Давайте сейчас вновь вернемся в Римлянам 12 главу. Okay, take me a second here. I'm not as fast as you. Notice the last part of verse 1. Давайте обратите внимание на последнюю часть первого стиха. It talks about a reasonable service that we should do. Написано для разумного служения вашего, которое мы должны совершать. And what that says to me is that it is something normal. То есть что мне это говорит, что это что-то нормальное. You know, it's not something real extra, real great, it's just normal. Но не что-то невероятное, великое, но просто нормальное. You know, that word comes from being logical. It's a logical thing to do. То есть это что-то логически, что нужно делать.
Okay. So I present my body because it's the normal thing to do. Я представляю свое тело на служение, потому что это нормально и естественно так поступать. Right. Now, then we get into verse 2. Потом мы переходим ко второму стиху. It says, do not be conformed to this world. И не сообразуйтесь с веком сим. But that we be transformed by the renewing of our mind. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Alright. So, I present my body to the Lord. Я представляю свое тело Господу. And I do not let the world shape me into its form. Я не позволяю этому миру преобразовать меня и придать мне форму свою мирскую. No, it's like it's giving the idea of like a mold that you shape things with. То есть это представляется мне как модель и происходит преобразование, то есть формирование формы, придание формы. Don't let all the pressures of the world and their ideas push in on you. То есть не позволяйте идеям этого мира давлеть над вами и формировать вас. In other words, don't be shaped by what is on the outside. Другими словами, не надо преобразовываться ничем, что извне. But rather be transformed. Но не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. Right. Let what is on the inside change you and be seen on the outside. Пускай то, что внутри вас, оно будет производить перемены, которые внаружи. Well, whenever we are transformed and we begin to be conformed to the image of Christ, и когда мы преобразуемся обновлением ума и уже изменяемся в образ Божий, it should be evident in our life on the outside. Это должно также и внешне проявляться и это должно быть видимо во внешнем мире. And that's what this transformation is. Вот что и означает преобразование, трансформация. You know, and so how does this get from the inside to the outside? By renewing our mind. То есть как это происходит, это преобразование из внутреннего человека во внешний мир? То есть когда мы обновляем наш разум. Now, your spirit and the Holy Spirit wants to manifest itself on the outside. И ваш дух, который внутри, он хочет проявляться во внешнее. But before our spirit can be manifested on the outside, it has to go through our soul, our mind. Но прежде чем наш дух, он сможет преобразоваться и проявиться во внешне, то вначале оно должно пройти обновление через наш разум. Yep. And if our thinking is not in line with the Spirit, it will not agree and not let things go through. И если наш разум, он не обновлен, и он нету взаимодействия с нашим внутренним духом, тогда не произойдет этого преобразования у нас. You know, in one of the previous lessons I talked about our mind being a filter. Помните, на одном из предыдущих занятий я говорил, что наш разум является неким фильтром. And everything that comes in and everything that goes out passes through that filter. И все, что входит, и все, что выходит, это все происходит через определенный фильтр, который внутри нас. And depending on how our filter is, it will decide how much we can follow the Spirit or not. И зависимо от того, какой у нас фильтр внутри, от этого будет зависеть, насколько мы духовны. And as we begin to renew our mind, it changes our filter. И когда мы начинаем преобразовывать наш разум, это изменяет наш фильтр. See, so we want what is in our spirit to be manifested on the outside. Поэтому мы хотим, чтобы то, что внутри нашего духа, оно
преобразовывалась и проявлялась во внешнее. But if we don't renew our mind, we will hinder the work of the Spirit in our life. Но если мы не будем обновлять, преобразовывать наш разум, тогда мы будем угнетать, подавлять дух, который внутри нас. If your mind is not renewed, если ваш разум не обновлен, your spirit cannot come out, то ваш дух, он не может выйти наружу. And if it doesn't come out, you're not going to be transformed. А если он не может выйти наружу, тогда вы не сможете быть преобразованными. People will not be able to see what is in you. И люди не смогут увидеть, что внутри вас. See, that's not the only reason, but it's an important reason. Это не единственная причина, но это важная причина. You know, we want to be a good witness. Потому что мы хотим быть хорошими свидетелями. See? And what we want people to see is the goodness of God in our life. И мы хотим видеть Божью благость в нашей жизни. And we want people to see the Spirit of God working through us. И мы хотим, чтобы Дух Божий, Он производил работу через нас. And they want to see how we respond in different situations. И чтобы было видно, как мы реагируем на различные ситуации. We want what is truly on the inside of us to be where people can see it. Мы хотим, да, чтобы то, что находится внутри нас, нашего духа, чтобы люди могли увидеть это во внешнем мире. It's kind of sad, but it seems like in the church we've tried everything but renewing the mind to change things. Немного печально об этом говорить, но кажется, что в церкви мы практикуем все, но кроме обновления нашего ума. You know, it comes to the place that we become very frustrated because people are not changing. И доходит до такого момента, когда мы действительно очень начинаем огорчаться, потому что люди, они не изменяются. So people or leaders have been looking for answers. И люди, и лидеры, они все ищут ответа. So they began to look at things from the world. И они начинают искать и смотреть на этот мир. You know, it's sad, but a lot of psychology has come into the church now. Это очень печально, но много психологов приходит в церковь. You know, psychological counseling. Психологическая консультация. You know, and that doesn't work either. Это также не срабатывает. You know, I know a lot of people do spiritual counseling. Я знаю, что многие люди практикуют духовное консультирование. You know, but my hope is that they do it from a spiritual perspective and not from a world perspective. Но я лишь надеюсь, что они это делают с позиции духовной, но не с позиции этого мира. You know, I'm not totally against psychology. Я абсолютно не против психологии. Because they have learned a lot about how natural man works. Потому что они очень много изучили того, как естественно, ну, то есть функционирует человек. You know, so it can help us understand how people function. То есть они, действительно, ну, психология, это, ну, помогает нам разобраться, да, вот как устроен человек. But when it comes to us doing our counseling, но когда приходит время, чтобы уже мы консультировали, it has to be based on the word, it has to be based on the spirit. То это все должно основываться на Слове Божьем и на Духе. Don't get mixed up. Не надо ничего смешивать и путать. You know, you are not a psychologist, you are a pastor and a leader. Вы не являетесь психологом, вы пастор и лидер. It's okay. Study, learn about people. Это нормально что-то изучать, да, узнавать о людях. It can help you. Но да, это может помочь вам. But when it comes to doing the counseling itself, must be by the Spirit and it must be based on the Word. Но когда вы начинаете консультировать, то есть это должно основываться лишь на Слове Божьем и на Духе. No. But
Sometimes even counseling doesn't correct things. Но иногда даже консультирование, оно не исправляет происходящее. There is only one way the Bible says we can be transformed, and that is by the renewing of our mind. Есть один способ, и Библия указывает, как мы можем преобразовываться. Это лишь обновлением нашего ума. I'm going to repeat that. The only way. Я повторю, единственный путь. Okay. Nothing else works. Ничего другое не сработает. We find no other examples in the Word. В слове мы не можем найти никакого другого примера. You know, we're told to put off the old and put on the new. Нам было сказано совлечь с себя все ветхое и надеть новое. But even in that, it talks about being renewed in the attitude of your mind. Но также там написано, что нужно обновлять, да, и разум, и наши отношения. See, the mind has to be changed. Разум должен быть изменен. You know, you can't have somebody lay hands on you and transform you. It doesn't work. Так не сработает, что кто-то возложит на вас руки, и ваш разум изменится. Нет. Laying hands on may heal you or bless you, but it's not going to transform you. Да, возложение рук может благословить вас и поможет получить исцеление, но никак не обновит ваш разум. Oh, it would be so nice if we could just lay our hands on and boom, they're transformed. Вы знаете, было бы так просто, да, легко, если бы мы просто могли возложить руки и раз, и все моментально срабатывало бы. Doesn't work. Это не срабатывает. Нет. The only way a person can be transformed is by them renewing their mind to the Word of God. Единственное, как мы можем получить изменение, это если мы будем обновлять наш разум. Now, how will we know how well we are doing in renewing our mind? Как мы можем определить, действительно ли хорошо мы справляемся с обновлением ума нашего? Well, we need to just look at our life. Нам нужно просто посмотреть на нашу жизнь. To the degree that our life looks like the Word of God and the life of Jesus. Скажите, согласны ли мы, что наша жизнь, она выглядит как жизнь Иисуса Христа? That is to the degree that our mind is renewed. То есть это такой уровень, как мы можем определить, что наш разум обновлен. And it's also an indicator how much of our life has been transformed. И это также определенный как индикатор, насколько изменена наша жизнь. See? And if you are not portraying the life of Jesus and the Word of God, you need to do some more mind renewal. И вам надо, если, то есть вы не отражаете, да, не отражаете Христа этому миру, тогда нам нужно продолжать упражняться в обновлении нашего ума. It's not that we can renew all of our mind at once. И речь не идет о том, что мы можем за один раз моментально полностью обновить весь наш разум. Нет. I can work on parts of my mind. Я могу работать над определенными частями разума. You know, the word will begin to replace old thinking. Да, Слово Божье, оно сможет обновлять мое старое мышление. Okay. And so if our life looks like, if our life is like the old life, и если наша жизнь, она выглядит как ветхая жизнь, как старая, in other words, the things that we are still doing that we used to do, то есть то, когда мы что-то делали как прежде, that part of our mind is not renewed yet, то тогда эта часть нашего ума не обновлена еще. You do what you think. Вы делаете то, что вы думаете. No, you don't do anything unless you think about it first. И вы не делаете ничего, если вы вначале об этом не подумаете.
So if I'm thinking about the wrong things, I will do the wrong things. Поэтому, знаете, если я буду думать о неправильных вещах, тогда я буду и делать эти неправильные вещи. So if I find myself having problems with doing the wrong things, поэтому, если я обнаружил, что да, я размышляю о том, чтобы делать неправильные вещи, that tells me I need to renew my mind in that area of my life. То это указывает на то, что мне надо обновить мой разум в этой сфере жизни. See? So it would be nice if we could just do it all at once and be finished, but it doesn't work that way. Это будет так, было бы так чудесно, если бы мы могли мгновенно, просто моментально обновить весь разум и все, и не возвращаться к этой теме. We change our life one step at a time. Но мы изменяем нашу жизнь шаг за шагом. Now, I'm talking about our natural life. I'm not talking about our spirit man. И я говорю о естественной жизни, но не о духовном человеке. My spirit man is just as saved today as it will ever be. Мой духовный человек, он спасен сейчас так же, как и будет в будущем. We are complete in Christ. Мы совершенны, полностью изменены во Христе. But our soul is not saved yet. Но наша душа еще не спасена. Our body is not saved yet. Наше тело пока еще не спасено. Someday they will be. Но однажды это произойдет. But our spirit man is already okay. Но духовный наш человек, с ним уже все в порядке. Whenever our mind is renewed, и всякий раз, когда наш разум обновлен, we will begin to look like the Bible and to talk like the Bible. То мы начинаем и выглядеть, как написано в Библии, и говорить, как написано в Писании. We will begin to have the mind of Christ. Мы начинаем иметь ум Христов. What I mean by that is, I already have the mind of Christ in my spirit. Что я имею в виду этими словами? Что у меня уже есть ум Христов в моем духе. See, but I need to have my mind renewed so I think the same way. Но мне нужно, чтобы мой разум был обновлен, чтобы я также и мыслил. And the more that I renew my mind, the more I will think like Christ. И чем больше я обновляю свой разум, тем больше я думаю как Христос. And this mind will begin working in my life. И этот разум, он будет производить работу уже в моей жизни. Okay. Now, like I said, I already have the mind of Christ. Как я уже говорил, я уже имею ум Христов. And too often it's not allowed to operate freely as it needs to. И, но очень часто я не могу применять его, да, то есть оперировать им настолько свободно, как нужно. Remember, everything from the Spirit has to pass through the soul to come into the natural. Помните, что все, что в нашем духе, оно вначале должно пройти через нашу душу, чтобы потом уже проявиться во внешнем. My soul can stop the work of God. Моя душа, она может иногда даже остановить Слово Божье. Yeah. We don't want to think about that, but it's truth. Мы не хотим об этом думать, но это истина. See, if we don't think right, we won't do right. Если мы будем думать правильно, тогда мы будем и поступать правильно, и наоборот. You know, I can be a believer, but I can still think wrongly. Я могу быть верующим, но все еще мыслить неправильно. I can still think according to the natural man, you know, the senses. Я могу думать просто как физический человек и
просто полагаться на свои чувства. I can think like the world thinks. Я могу думать, как этот мир. And if I'm thinking like that, I sure won't be acting like right. И если я буду так размышлять, тогда я буду вести себя подобным образом. I won't even be able to recognize the things of God at times. Я тогда иногда не смогу распознать даже, что это был Бог, Его проявление. And those things of the Spirit, they may seem like it's foolishness to me. Да, но мне кажется, что это просто даже как глупость. No, we won't turn there, but a verse it talks about that. Но в Писании об этом говорится. Okay, 1 Corinthians 2:16. We're not going to read it. 1 Corinthians 2:16. Okay, and there Paul talks about the natural man not being able to receive the spiritual things. И там написано, что плотской человек он не может духовное принять. Okay, so let's look at the. Are we in Romans 12? I hope. Still. Давайте все еще будем читать Римлянам 12 главу по-прежнему. Let's look at the last part of verse 2. Давайте сейчас посмотрим на последнюю часть второго стиха. Now, I've looked at it in the Russian translation and I look at it in the English translation. Я сравнил русский перевод с английским. And I find something very interesting. Я обнаружил что-то очень интересное здесь. Okay. And I want to tell you something and show you something. Я хочу что-то сказать, чтобы показать вам, продемонстрировать здесь. When some people read this verse, especially in English, they get confused. Когда люди читают эти стихи, особенно на английском языке, то тогда это может их запутать и смутить. They see these adjectives or these words that describe the will of God. Они видят здесь прилагательные, то есть слова, которые описывают, прилагательные, которые описывают волю Божью. You know, the will of God is good, acceptable, and perfect. Вера Божья благая, угодная и совершенная. So they start thinking, oh, there's three wills of God. Ой, ты тогда думаешь, есть три воли Божьи. You know, there's the good will, and then there's just the acceptable will, and then there's the perfect will. То есть люди думают, что есть воля благая, потом угодная и совершенная воля Божья. But it doesn't say that. Но тут так не написано. If you look at the grammar, it's talking about one will. Если ты внимательно посмотришь на грамматическую конструкцию, то ты увидишь, что здесь речь идет об одной вере. There is only one will of God. Есть лишь одна воля Божья. All right. So don't be confused. Поэтому не надо смущаться или путаться в этом вопросе. Одна воля. The will of God is good, acceptable, and perfect. И воля Божья есть благая, угодная и совершенная. All right. Your spirit cannot be expressed except through your soul and through your body. Твой дух, он не может проявиться разве что только через ваше тело и вашу душу. Mm-hmm. See, that's my spirit, who is mixed with the Holy Spirit, cannot be expressed except through that way. И мой дух, он взаимодействует с Духом Божьим, и он только так может проявляться. Remember, what is in our spirit is born of God. Помните, что то, что рождено из Духа, это рождено от Бога. Everything in our spirit is right with God. И все, что в нашем духе, это все в полной гармонии с Богом. And it is complete. И это совершенно. Завершено. You don't have to do anything to make your spirit more complete. Тебе не нужно ничего делать, чтобы дальше какую-то производить работу и
ну, чтобы твой дух был совершенным и завершенным okay. полностью. Everything's okay in here. То есть в этой сфере все в порядке уже. So, what is complete in us in God wants to manifest itself in the world. Но что уже является совершенным в нас, в Боге, оно хочет внутри, в Духа нашего, оно хочет проявиться и продемонстрировать этому миру. He wants to reveal himself. Он хочет явить себя. The hindrance, so... И единственное, какие-то препятствия, преграды — это наша душа. As long as I think naturally, like normal humans think, и настолько я размышляю естественно, как обычный просто человек, then our thinking will be contrary to the Word of God. Тогда наше мышление будет противоположным Божьему. Yeah. A reference that we're not going to turn to right now. Ссылка, которую мы сейчас не будем открывать. It's Romans 8:7. Римлянам 8 глава 7 стих. And 1 Corinthians 2:14. И 1 Коринфянам 2:14. Okay. We can write those down. Можете просто записать себе. So, if you think of something in your spirit and you want to express it, если ты о чем-то думаешь в духе и ты хочешь это выразить, проявить, if your mind is working against you, then your spirit cannot express what it wants to. Если твой разум противится этому, тогда твой дух он не может проявить и выразить. Yeah. So, realize how important this is. То есть вам надо осознать, насколько это важно. The Spirit of God in our spirit wants to express through us. Дух Божий вместе с нашим духом внутри, они хотят проявиться через нас. And we want that to happen. И мы желаем, чтобы это произошло. But if our mind doesn't think the right way, we will stop it. Но если ну, наш разум он не мыслит правильно, тогда мы сами это все остановим. The biggest problem we have in doing the work of the ministry is our soul. И самой большой проблемой в нашем ну, вообще в нашей сфере, в нашем служении, да, это может быть наш разум. Okay. And I'm going to say this again. Your spirit is right with God. There's nothing wrong in there. И как я уже говорил, что ваш дух, он совершенный, в нем ничего нет плохого. You are right with God. Nothing's wrong. То есть вы в мире с Богом, все в порядке там, в той сфере. But you must renew your mind. Но вам надо обновить ваш разум. Let's go to Colossians 2:9-10. Давайте откроем с вами Колоссянам 2 глава, стихи 9 и 10 включительно. Колоссянам 2 глава, стих 9 и 10. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». So, in Christ, everything that God is, is in Him. Во Христе, да, все, что является Божье, оно все внутри находится. It says in this verse here 9 that the fullness of the Godhead bodily, that means physically. В 9 стихе написано, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. Everything is in Christ. Все во Христе. Everything that is in Christ is in you. Все, что во Христе, оно обитает внутри вас. Because Christ is in me. Потому что Христос живет во мне. He's in the person of the Holy Spirit. Он находится в личности Иисуса Христа. Everything that Christ is,
is in me and I have that. Все, что есть Христос, это Он находится внутри меня, и я имею это. And verse 10 says, and you are complete in Him. И 10 стих, да, 2 Колоссянам тут написано, и вы имеете полноту в Нем. And He is the head of all principalities and all powers. И Он является главой всякого начальства и власти. I'm complete in Him. Everything is in Him, so I am complete. Я совершен, то есть я полностью уже сформирован в Нем, и я нахожусь в Нем. That is so hard for the normal mind to comprehend. Это так сложно для обычного человеческого ума уразуметь это. See, we don't want to think that way because we think too low of ourselves. Вы знаете, мы так не хотим думать о себе, потому что мы, у нас бывает занижена мысль о себе, наша самооценка. We've got to learn to think right about what is in us. Нам надо научиться правильно мыслить о том, что находится внутри нас. And who we are in Him. И кем мы являемся в Нем. See. Renew your mind. Обновляйте ваш разум. Think like God thinks about you. Думайте, как Бог думает о вас. No, I'm not talking about getting into pride. Я не говорю о том, чтобы вы уклонились в гордыню. It's not in our self. Это не в нас. It is in Him who is in us. То есть тут вообще речь идет не о нас, а это о Нем, который обитает в нас. Without Him, I would be nothing. Я буду ничто. But I am not without Him. Но я не без Него. I have Him, so I am perfect and complete. Я имею Христа, поэтому я совершен. But this perfectness and completeness has to get from my spirit through my soul. Но это совершенство, да, которое в моем духе, оно должно пройти через наш разум также. So I have to think right. Поэтому мне надо думать правильно. Not think about myself based on the things I see. То есть не думать о себе согласно того, что я вижу. Because we look at ourselves and we think about, oh, I'm so weak, I'm so problematic. Потому что мы смотрим и думаем, я такой слабый, я вообще, у меня такие, столько проблем. You know, I fail a lot. Я очень часто, у меня какие-то падения происходят и неудачи, поражения. So we get to looking at ourselves in that way. Поэтому нам нужно смотреть в той сфере так на себя. And if that dominates my thinking, и если это преобладает и доминирует над моим мышлением, it's going to be next to impossible for me to think right about who I am. И это сделает невозможным с моей стороны правильно думать о себе, кем я являюсь на самом деле. We have to change this stupid thinking. Мне надо изменить это глупое мышление. I hope it's not too direct for you. I changed another word, more polite. What did you put? No, I said like silly instead of stupid. That's good, that's good. It's okay. So no excuses. Everything is covered. So we have to change our thinking. Поэтому нам нужно изменить наше мышление. This is just one reason to change it. Это всего одна причина, почему нужно это изменить. So you can start thinking about yourself differently. Поэтому тебе надо научиться думать о себе по-другому, иначе. That will give you confidence. И это даст тебе уверенность. You can stand up and say, come on, devil, let's fight. Ты можешь встать и сказать, давай, дьявол, сразимся с тобой.
Because everything that Jesus is and has is in me, and we're going to get you. Потому что все, что я имею Христа внутри, и мы одолеем тебя. He said, I'm afraid to talk like that. А я вообще боюсь так говорить, знаете. What if the devil attacks me? А что же, если дьявол будет атаковать меня? He's going to do that whether you say that or not. Он сделает это, будешь ли ты говорить об этом или нет. So why not just let him know that you know who you are? То почему бы ему не заявить и не сказать, что ты знаешь, кем ты являешься? No, I keep saying this over and over, but it's so important. Знаете, я понимаю, что я говорю снова и снова об этом, но это настолько важно. Everything that God is and everything that God has is already in you. Все, кем является Бог, и все, что есть у Него, уже внутри вас есть. And that is who you are because you identify with Him. И это то, кем ты являешься, потому что также ты являешься Его отражением. Rise up in confidence. Get bold when you do the ministry. Поднимись и будь, действительно, имей эту уверенность и дерзновение, когда ты совершаешь служение Божье. Know that whenever you do something in obedience to the Word of God, it works. Знай, что когда ты делаешь что-то в послушании к Слову Божьему, то это будет производить работу. Not just because of who you are in the natural, no, but it's because who is inside of you. То есть это не просто кто ты по-человечески, но речь идет о том, кем ты являешься внутри. But what is ever is on the inside of us needs us. So we can manifest in the natural. А тот, кто внутри нас живет, он нуждается в нас, чтобы мы могли проявлять его в естественном мире. Yeah. He chooses not to do it by himself. То есть он избрал это не совершать самостоятельно, без нашей помощи. He has chosen to work through people. Он избрал это, он принял решение работать через людей, производить работу. How is he going to work through us? Through our renewed mind. Как он будет работать через нас, через наш обновленный разум? So when I have my mind renewed, it lines up with the Spirit perfectly. И когда мой разум обновлен, то тогда полная гармония и взаимопонимание с Духом. And instead of working against the Spirit can flow freely through us. И вместо того, чтобы противиться Духу, тогда Дух может проистекать свободно через нас. Then the Spirit can be expressed through our body. И затем Дух может уже проявиться, да, через наше тело. I give my body. Я отдаю добровольно свое тело. To be used by the Spirit. Чтобы быть использованным, употребленным Духом Божьим. I lay hands. Я возлагаю руки. I speak the words that He gives me. Я провозглашаю те слова, которые Он вкладывает в меня. I preach the gospel and let him confirm it. Я проповедую Евангелие и предоставляю ему возможность подтверждать это. How does he confirm it? Through me. Как он может это подтвердить? Через меня. See, okay. Oh, Jesus, help us here. Okay, we're going to start looking at Romans chapter 8 for a while. Мы немножко сейчас посмотрим на, поизучаем Римлянам 8 главу. I would have to say that one of my most favorite chapters in the entire Bible is Romans 8.
хочу признаться, что одно из самых любимых глав в Писании лично для меня — это Римлянам 8 глава. There is so much in that chapter. Есть так много всего в этой главе. Let's read verse 1. Давай первый стих прочитаем. Хорошо вместе? Yeah, Romans 8:1, yes, ma'am. Римлянам 8 глава, первый стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. No condemnation now. Никакого нет осуждения. Теперь. You're in Christ, there's no condemnation against you. То есть вы во Христе, нет никакого осуждения. Now, I've talked about this in some other lessons. И уже, уже говорили на других занятиях. The Holy Spirit never condemns us, but our heart does. Дух Святой, Он никогда нас не осуждает, но бывает, наше сердце это делает. Okay, now we're not going to turn to all of these references, but I'm going to give them to you. Мы сейчас не будем открывать эти ссылки, но я просто хочу их вам дать. You know, in 1 John 3, 20 and 21, 1 Иоанна, 3 глава, 20-21 стихи. It talks about if our heart doesn't condemn us, we have confidence toward God. И он говорит, да, что если сердце нас не осуждает, у нас есть уверенность в Боге. See? Also, 1 John 5, 13-15. 1 Иоанна, 5 глава, стих с 13 по 15. John 16:8-11. И Иоанна 16 глава, стихи с 8 по 11 включительно. See, these two of these groups talk about our heart, and the other one talks about how the Holy Spirit convinces us of things. И первые две ссылки говорится о нашем сердце, а последняя ссылка Иоанна 16:8-11 говорит о том, как может нас убеждать. Okay. So read through those and you'll get a picture of how God works with us. Да, то есть, пожалуйста, обратите внимание, изучите внимательно эти ссылки и посмотрите. See, then you can see that the Holy Spirit, He doesn't condemn, but the Holy Spirit does convict people when they are in sin. Вы увидите, что Дух Святой не осуждает, но Он обличает людей во грехе. God never condemns you. Бог никогда не осуждает. He's never mad at you. Он никогда не будет зол на тебя. We must teach our people that. Мы должны научить людей этому. Because some people think every time they make a mistake, God gets angry at them. Иногда люди думают, что каждый раз, когда они совершают ошибку, тогда Бог разгневан на них. We're in a new covenant now. All the anger that he had, he placed on Jesus. Потому что мы уже в Новом Завете, и весь гнев, который был в нем, он переместил на Иисуса. It's a finished work. Это уже совершенное действие. He's not angry anymore. Он больше не гневается. At least not against us. По крайней мере, да, но не на нас. There is a time coming when there will be the wrath of God released on the earth. Yes. Но придет, настанет такое время, когда гнев Божий, он будет явлен на этот мир, да. That's in the future. Да, но это в будущем произойдет. That's not now. Но не сейчас. See, God is not angry now. Бог не гневается сейчас. Okay. Sometimes we feel so condemned. That's our heart. Иногда мы чувствуем такое вот осуждение, но это в сердце нашем. That's why we have to renew our mind. Вот почему нам надо обновлять наш разум. So we will know how God thinks about us. Чтобы мы знали, как Бог думает о нас. God's not angry at me. Hallelujah. Аллилуйя, Бог не гневается на меня.
We'll talk some more about Romans 8 in our next lesson. Bless you. На следующем занятии мы больше поговорим о месте Писания Римлянам 8 главе. Да благословит вас Господь.